Как тебя зовут? Никита. Откуда ты приехал? Из Минска. Так ты столичный парень? Так у нас в Минске. Кому ты сюда приехал? К бабушке отдыхать. Расскажи, что ты делаешь в деревне? Гуляю. А это твоя младшая сестра? Алиса. Здравствуй, Алиса. Скажешь нам здравствуй? Здравствуй. Вы у бабушки в гостях? Да? Да. Что вам здесь нравится? Хороший ответ, правда? Здравствуйте, хозяин. Здравствуйте. Говорят, в вашей деревне особенно заботятся о чистоте и порядке. Ну, благодаря нашему энтузиасту, старости, да, депутату. Как вы думаете, что нужно, чтобы в деревне жилось хорошо людям? Ну, чтобы люди стремились сюда. Если взять в городе, там все как бы под боком, не надо никого ничего, а тут все-таки... Вот, так все. Зато у вас тут птицы поют. И все зеленое. Соловьи, ого. Родился здесь, вырос здесь. Ну и как говорили, все равно пупок здесь зарыт. Тянет сюда, но куда больше. Мы дачники, большой гравы, почти местные жители. Муж местный житель, ну и я приезжая, жена его издалека. Ну и как, хорошие мужья в большой граве? Нормальные. Вообще белорусы мне нравятся. Народ такой здесь какой-то более дружелюбный, какой-то сплоченный. Вот я уже здесь больше 40 лет, и мне вот как-то сдружилось с этими людьми, и в Бобруйске, и здесь как-то мне больше нравится. Тянет больше сюда, чем к себе на родину. А где же ваша родина? Брянск, Брянская область. Русские? Я русская, да. Немножко холодновато, и потому картошка немножко долго не всходила. Другие самые культуры, ну, овощи тоже долго не всходили. Но теперь они вроде бы взяли, начали, потеплело немного, уже начали свое набирать, и бульбочка пошла. Все нормально. Надо трудиться, и будет все расти. Ко всему надо приложить руки. Thank you.
1560 году была основана деревня Большая Грава. Это было поселение сразу небольшое. Потом с течением времени уже начало население расти. И уже к 1917 году уже было у нас здесь 120 дворов и 960 человек населения. Давайте, давайте-ка пропустим. Ну, Большая Грава, конечно, она достопримечательна тем, что здесь люди активные, здесь приезжают и дачники приезжают, также сами принимают участие активное. Вот этим деревня поднимается, она живет. Поскольку наша вёска вельми старожитная, то и могилки её так само старожитные. Тут есть цікавые помники, которые датуются неде еще 12-м стагоддем. Но тут еще шмат курганов заховалося. На этих курганах уже сучасное захование есть. Заходьте сюда. Ну, все могилки у каменях. Вот один из самых цікавых, и он этого камень, он в многих альбомах, иллюстрациях. Бачите, зроблены в форме головы, не то крыжа. Бачите, вот все курганы. Это вот курганы, теперь уже люди новые тут. Бачите, вот хоронятся. Это все вот курганы. Говорили, что они были в огуле многие великие. На этих могилках, рассказывают старые люди, шмат захована шведом. После швед была война со шведами, и тут вельми шмат захований шведских. Мох очистишь, тогда не проявится. Там было написано, что похованный раб Божий Иван на этом вот крыжи. Галина Николаевна, говорят, ваш дом самый старый в деревне. Да. Расскажите про него. Ну, здесь жили предки, дедушки, прадедушки. Ну, это мне самое дорогое, что у меня отца не было. Это мне дедушка оставил. У меня не самые дорогие, я вот у им и живу. Приехала из Минска и живу у него. Хорошо вам здесь живется? Хорошо. Работы много, но зато ведет порядок. Сама всю кашу сама все делаю. Вот. Thank you.
хочется жить подольше и любоваться жизнью и природой. Там он ведь стрекозочка, видишь, фиолетовые балуются. Вижу. Большая Грава, здесь великолепные люди, дружные, с которыми можно любую проблему решить в деревне. Собираемся, это немаловажно, вот вместе, и праздники вместе. Сплоченный народ, деревня историческая, природа красивая, речушка восстанавливается тоже красивая. Ее нельзя не любить. В течение времени, вот даже недавнего времени, уже немножко больше возвращается людей в деревню, так как уже город этот поднадоел немножко, и люди тянутся к земле. Большой у вас стоять дома? Пока еще только теленок. На выходные должны курей привезти. Обживаемся. Строите свою жизнь? Да. С чего начали? С Дениса. Самое лучшее начало. Да. Мальчик как мальчик. Хороший, дружелюбный. Камеру не боится. Да. Он никого не боится, улыбается всем. Мальчик, смотри. Теленок к нему пришел. Ну, живя в деревне, не держать хозяйство. Построится сарай и свинок заведем. Всего по чуть-чуть. Свинки – это важно. Да. Что мы, мальчик? Вот так. Мне хочется, чтобы Грава прогожила, вот, чтобы ее становилось все более народу, чтобы наши потомки приезжали сюда, их тягнуло сюда, так как тягнет сюда моих детей, моих внуков. Понимаете? Когда мы говорили, что будем вёску, дом батьковский подтримливать, что мне дети сказали? А как без Гравы? Счастья.